Здравствуйте, дорогие друзья! В данном видеоуроке мы поговорим на тему, как с Яндекс.Деньги перевести на кошелек PayU. Итак, делать это мы будем с мониторингом обменников BaseChange. Если вы нашли данное видео на YouTube, то снизу в описании я оставлю ссылочку на данную страницу. Можете перейти и вместе со мной, в принципе, смотреть, как я это делаю. Итак, слева то, что мы отдаем, справа то, что получаем. Значит, выбираем слева Яндекс.Деньги, а справа выбираем PayPal. То есть, неважно, что вы выберете, доллары, рубли или евро. Ну, давайте, допустим, также на рубли. Вот, справа перед нами появляется обменник, с которым мы это сможем сделать. На калькуляторе вы можете посчитать сразу же, сколько вы получите, допустим, за 1000 рублей. Вот, и дальше нажимаете «Рассчитать». Вы получите 700 рублей. Вот. Итак, давайте. Что-то я не понял, почему 700 рублей. Ладно, давайте перейдем на сам обменник. Вот, может, что-то не так он посчитал. Итак, и здесь давайте уже разберемся. То есть слева ищем Яндекс Мани. Вот он. Справа ищем PayPal рубли, да? Давайте нажмем. Так, и здесь смотрим. Отдаем, допустим, 1000 рублей. Да, и правда, получаем 700 рублей. Ну, комиссия, так, на сумму меньше. А если 33 33 33 33 33, короче, здесь все время снимают тупо 300 рублей, неважно на какую сумму вы переводите. 2000, 1700 получаете, 5000, 4700. Очень серьезно. Ну, в общем, другого у нас обменника нет. Если у вас, в принципе, устраивает такой обменник, заполняйте здесь данные все свои и приступайте, в общем-то, к обмену. Итак, ну, в принципе, ну да, он у нас один здесь высветился. Причем на любую, да, если даже на доллары. Не, вот смотрим, если Яндекс.Деньги на PayPal доллары, тогда у нас мы видим много обменников. А ну-ка, вот тот, который повыше, мы видим, он самый выгодный. Давайте нажмем на него и посмотрим, что он нам здесь предлагает. Итак, смотрим Яндекс.Деньги на... Так, где он? Где он? Ага, PayPal доллары. Итак, смотрим, отдаем, допустим, 1000 рублей, получаем 10 долларов 19 центов. Итак, ну, сейчас 10 долларов, это, в принципе, рублей 800, наверное. Ну, в принципе, также, наверное, рублей 200 мы и теряем. А если 2000 рублей, 22, уже повыгодней. То есть, здесь, короче, чем больше сумма, тем выгодней. А если 5000, 58 долларов, вот уже. Короче, советую менять 1005 рублей. Тогда будет намного выгоднее вам поменять. Итак, ладно. В принципе, вот. Самое главное, что суть вы, в принципе, уловили. Здесь также вы видите, можно поменять все, что угодно. Но, конечно, здесь все намного выгоднее менять, если, допустим, WebMoney на Яндекс.Деньги. Там, конечно, здесь и обменников очень большое количество. И, конечно, мы видим, что здесь намного выгоднее менять. То есть, ну, это как бы просто мало кто пользуется данным кошельком PayPal, поэтому, конечно, такой так и приходится, в принципе. Ну, в принципе, ладно, на этом все. Всего доброго.